Привет, друзья! С вами школа «Живопись маслом». Меня зовут Юлия Капустина, я художник школы. И сегодня я хочу вам рассказать несколько фильмов, которые вы можете посмотреть для того, чтобы чуть ближе стать к миру живописи, погрузиться еще больше в искусство. Ведь для художников, профессиональных и любителей очень важно не только писать картины, но также еще и просвещаться, смотря разные фильмы, читая книги, посещая музеи. Так вот, если у вас найдется свободное время, и вы не будете знать, чем заняться, то есть как минимум три очень классных фильма, которые я вам могу порекомендовать. Все их я смотрела сама, и буду рада поделиться с вами, если вдруг вы их еще не видели. Первый фильм — это «Девушка с жемчужной сережкой». Я думаю, все вы знаете эту картину известную. Посмотрите этот фильм, очень красиво снятый. Исторически, так можно сказать, исторически художественный. Уверена, получите массу удовольствия, получите вдохновение, ну и, конечно же, прекрасный визуальный ряд с красивыми актерами. Второй фильм, который я могу вам посоветовать, это фильм «Модильяни» о известном художнике. Опять же, наверняка все вы его знаете, у него очень своеобразный и специфичный стиль, но тем не менее очень красивый. И этот фильм рассказывает очень такую трогательную, местами трагическую, романтическую даже историю, но очень интересную о жизни художника, о том, как он писал свои картины, как он творил. И это тоже может стать для вас интересным времяпрепровождением. Ну и третий фильм, сейчас вспомню, какой же третий фильм я хотела вам рассказать. Фрида, да, точно, Фрида. Фрида Кало, известная художница. Может быть, кто-то из вас видел живьем ее картины. Несколько лет назад в Петербург привозили выставку ее работ. И, конечно, она очень известная личность, вдохновляет многих не только на живопись, но и на какие-то визуальные образы. Естественно, фильм потрясающе красивый, потрясающе яркий, тоже о ее такой непростой истории жизни, о ее творчестве. Для кого-то, может быть, она как художник, ну, по крайней мере, для меня, не знаю, не является каким-то эталоном, но сама эта личность этой женщины, ее необычный внешний вид, ее жизненная история, они, конечно, тоже очень впечатляют и никогда никого не оставят равнодушными. Поэтому найдите время. Несколько вечеров вы можете посвятить просмотру классных фильмов. Желаю вам прекрасного просмотра. С вами была школа «Живопись маслом» Юлия Капустина.